А вот управляющие компании обязаны заключать договоры технического обслуживания и проходить его. В противном случае организациям грозит штраф. Но, похоже, бийских коммунальщиков это не пугает. Десятки многоэтажных домов в городе остаются без диагностики. На пороховой бочке живут тысячи человек. Хотелось бы, чтобы наша организация, вот эти вот управляющие компании, все-таки ответственно подошли к решению этого вопроса. Потому что ситуация на сегодняшний день стоит очень остро. И это безопасность жителей и многоквартирных домов. Отвечать будут за случай чего-то, нести ответственность полностью, что уголовную, что административную, руководители предприятий. Накануне выяснилось, что 8 управляющих организаций Бийска заключили договоры технического обслуживания с газовщиками, но не оплатили их. Одна УК вовсе проигнорировала процедуру, что противозаконно. В ходе городского совещания речь шла о нарушениях и в управляющих компаниях, и в ТСЖ. Власти намерены направить соответствующие бумаги в жилищную инспекцию. А сейчас в городе проходит массовая проверка деятельности таких организаций и состояния газового оборудования в жилых домах.